Очень долго ждали этого матча, путешествовали. Как говорится, пришлось даже два раза сюда возвращаться, но у погоды, как говорится, нет, у природы нет плохой погоды, да. Нам пришлось все это перетерпеть. Было очень тяжело, но ребята молодцы, нашли все силы, отыграли. Очень хороший матч, не без ошибок, конечно, можно было. Так, начало, конечно, плохое, второй период идеальный по игре, ну и третий период, конечно, но равный он был, ну, соперник забил, довели дело до овертайма, ну и в овертайме нам улыбнулась удача, то, что ключевой момент, он, наверное, в игре стал игра 3-5 в конце третьего периода, да, мы его выставили, и хоккейный бог нас вознаградил победой в овертайме, всех, всю команду и болельщиков считали с победой. Ну, вот, не знаю, наверное, скорее всего, первый период очень здорово мы сыграли в атаке, по движению, наверное, мы не уступали, даже, наверное, превосходили. Поэтому у нас такие были моменты хорошие, что мы реализовали свои эти моменты. А второй период, скорее всего, наверное, неудачная игра вратаря, вот этот, опять же, бросок со средней дистанции. И, может быть, у ребят где-то руки опустились немножко. Мы стали проигрывать движение в своей зоне особенно. Мы стали перестраховываться. У соперника появились больше поляны, и мы не успевали за ними, не успевали накрывать их. Не играли плотно с соперником, так скажем. Ну и взять третий период. Мы сыграли более-менее в оборонке строго. Уже надо было вытаскивать игру. В атаке получилось, гол забить получилось. Ну, конечно, большинство 5-3 мы обязаны были забивать. Это проблема у нас пока, и надо с ней... Как можно быстрее надо будет его выпрямлять.